Интерес к раскопкам римского храма 2 века нашей эры в Кадыковке на территории современной Балаклавы проявляют не только археологи, но и архитекторы. Сегодня в Севастополе побывали лауреаты Государственной премии Украины в области архитектуры за 1997 год, старшие научные сотрудники Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры в городе Киеве Николай Пантелеймонович Андрющенко и Татьяна Ивановна Бажанова. 10 лет тому назад мы сделали историко-архитектурный опорный план и проект зоны охраны ценного историко-культурного наследия города Севастополя, а через несколько лет такую же аналогичную работу историко-архитектурный опорный план города Балаклавы. И вот в связи с этим у нас постоянный интерес к тем уникальным, ценнейшим находкам археологическим и архитектуре, исторической архитектуре, которая находится в этих городах. И эти обстоятельства и привели нас к тому, что мы регулярно теперь каждый год сюда приезжаем с профессиональным интересом и выполняем нашу работу. Ваша оценка состояния объекта, который находится в Кадыковском раскопе? Это уникальнейший объект. Об этом уже сообщалось в прессе. И это, в общем-то, римская архитектура, римский храм. И представляет несомненный интерес. Вот даже эти первоначальные раскопки прошлого года, вот то, что раскрыто, позволяет сделать прогноз, сделать реконструкцию этого храма. Конечно, при нынешнем экономическом положении в стране мечта о полной реконструкции древнего храма едва ли воплотится в жизнь. Но сама по себе идея интересна и заставляет задуматься, сколько же уникальных памятников архитектуры и археологии хранит земля Севастополя.